Жительница Самары Мария Першина обратила внимание пользователей группы «Услышана Самара» соцсети ВКонтакте на состояние детской площадки по адресу Георгия Ратнера, 15. По поводу увиденного на фотографиях в комментариях развернулась целая дискуссия. Если там грязно, виноваты сами жители этих домов, которые вечером приходят и мусорят там, пишут одни. Другие возражают. Вопрос дворникам, почему не вывозят мусор, хотя состояние площадки хорошее. Блогер Евгений Синяков поделился опасениями по поводу судьбы памятника Александру Масленникову. Скверик вокруг памятника убрали добровольцы, за что им низкий поклон. На сегодня вокруг него относительно чисто, пишет автор, но судьба памятника все равно вызывает опасения, так как он находится как бы не совсем на городской земле, а на территории бывшего КПО «ЗИМ». Потом сама скульптура начала разрушаться, на ней появились трещины, пока не очень глобальные, но при нынешних зимах они могут привести к полной утрате памятника. За последние несколько лет никаких подвижек со стороны властей с этим объектом я не увидел. Пока только активисты вырубили заросли и убрали мусор вокруг него. Надеюсь, что власти обратят все же свое внимание на данный памятник, заключает автор. На странице самарского приюта для животных «Надежда» в соцсети Facebook появилась радостная новость. «Ура, это чудо! Красавчик оказался еще и счастливчик», пишут администраторы. Пес Шаурмы вернулся домой. После сюжета на ТВ был опознан хозяевами. Приехали и забрали. Пес счастлив. Мы до слез рады. Такие эмоции. Красавчик, так зовут собаку, пропал со двора в среду. Слепой пес со швом после операции на лапе. 7 лет. В хорошем ошейнике. Ничто не остановило отморозков упырей, которые увезли его на убой. Когда всех собак спасали, он вырвался и убежал. Вечером вернулись девочки-спасательницы, и он вышел к ним сам. И сегодня он первый, кто из этих несчастных собак вернулся домой к хозяину.